С начала этого года в Московской области медицинские справки онлайн оформило более 130 тысяч человек. Напомню, на портале госуслуг для получения онлайн доступно 9 видов справок. Жители Сергиево-Посадского округа, не выходя из дома, могут получить справку об отсутствии контакта с инфицированными больными, сертификат о профилактических прививках, справку 086У, необходимую абитуриентам, справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение для детского лагеря, выписку из амбулаторной карты, санаторно-курортную карту для детей и взрослых, справку для предоставления в спортивную секцию. Сертификат о прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа.